Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, а на канале MyGT.ru. Ну что, продолжаем предновогодние мероприятия. Сегодня мы подарим еще 10 банок моторных масел. Напомню суть. За активность на моих каналах YouTube, Дзен, ВК и Drive 2 своим подписчикам я дарю моторные масла. Мы подарим в итоге в совокупности, планировали вернее, 25 банок моторных масел 4-литровых. Вчера вам подарили 10, и вот стоят победители вчерашние с никами, которые выиграли вчера у нас масло. Часть из них уже отписалась в ВК, мою личку, часть еще жду ответа. 10 человек. Сегодня мы подарим еще 10 банок, разыграем их на 4 каналах. На Ютубе разыграем 3 банки, на Дзене разыграем 3 банки, на ВК разыграем 2 банки, на Драйв 2 разыграем 2 банки. В совокупности получится еще 10. Все, кто не победит в этот раз, имеют шанс еще участвовать в розыгрыше, который будет продолжаться у нас 15 января следующего года. То есть после Нового года мы выйдем и еще разыграем 5 банок. Планировали разыграть 5 банок, но мы разыграем 10. Я перфекционист, в принципе, да, я люблю, чтобы были ровные, там, 10, 10, 10. Поэтому давайте разыграем 10. Для этого мы добавим еще 5 банок бренда Lubrigard. Lubrigard Synthetic Supreme Pro C3, среднезольник. Производится он в Китае на заводе Сианон. На этом заводе я был и вам этот завод показывал. Вы в описании к этому видео можете переместиться. Там внизу я сделаю ссылочку на завод, чтобы было понятно, откуда он взялся. Это бренд идейный продолжатель продукции Петро Канада. Курирует эту тему вообще мой друг Алекс, с которым мы давно знакомы и 100 раз уже встречались, ездили с ним на завод в Турцию, на второй завод, где они смазки делают. В общем, 5 банок еще добавим Лубригарда. В итоге получится у нас 15 января мы разыграем еще 10 банок среди подписчиков. Условия те же самые, нужно проявлять активность на 4 моих каналах, быть обязательно подписанными на все мои 4 канала, это Дзен, Ютуб, Драйв 2 и ВК. Делайте репост видео, что приветствуется, особенно на Драйве 2, приветствуется делать репосты. Репостите видео не просто произвольные, репостите видео те, которые вам кажутся полезными. Там, например, есть там гайды по отличию оригинальных масел и так далее. То есть много полезных видео, которые можно репостнуть, которые действительно будут полезны людям для того, чтобы сделать правильный выбор по маслам. Не рекламные видео, а именно полезные. Про заводы можете репостнуть какие-то видео. Короче, сегодня мы разыгрываем еще 10 банок. Где у меня твои пакетики мои. Вчера у нас добавилось участников, те, кто проявляли активность вчера. Ну, там немного человек, наверное, может быть, там по 7, по 10 примерно в каждой из каналов. Вот, как обычно, сделаем все аналоговым способом, как я всегда люблю делать. У нас есть 4 мультифорки, в которых есть участники с 4 площадок. Drive 2, Zen, YouTube и ВК. Тут добавилось человек там по 7, по 10 примерно в каждую пачку вчерашних. Вот, берем мою коробочку волшебную. Где моя коробочка? Кто-то мою коробочку уже приобнял. А, вот коробка. Помните, в 90-е было такое выражение, приобнял, не знаю, было у вас, не было. Это значит, там, купил, приобрел, там, взял и так далее. Значит, получил собственность, короче говоря, приобнял. Кто-то мою коробочку приобнял вчера. В общем, короче, в коробку в эту мы сейчас будем по очереди каждый из каналов укладывать участников, перемешивать и просто руками вытаскивать и победителя объявлять по порядку. Так, первую банку мы разыгрываем. В этот раз Lubrigard не участвует в розыгрыше, это будет разыгрываться 15 января. Сегодня мы разыгрываем Verity, United Oil, Polymerium, Eagle, Biobank. По порядку будем разыгрывать. Первое у нас будет, наверное, давайте начнем с конца. Начнем с Драйва 2. И первое у нас масло, которое мы разыграем, будет ProSeed 5W30. Драйв 2. Здесь все участники, в том числе и вчера, кто проявлял активность в обсуждениях, там репосты делали и так далее. Закидываем это все в коробочку волшебную. Счастливая рука. Так, первый победитель. Код 885. Вот имени нету, но явно не код. Костя, наверное, скорее всего, думаю. Не знаю, возможно, не знаю. Не факт, конечно. Так, код. Код 885 и код 775. Видимо, два кота.
Помните, там, два кота, два хвоста. Короче, поздравляю вас, вы выиграли Verity 5W30. Verity 5W30 производится на заводе Сен-Микасай Коги в Японии. Это блендерный завод, очень известный, который делает очень много брендов, которые вы покупаете в России, даже не догадываясь, что они сделаны на этом заводе. Они, кстати, делают под OEM кое-что там, иногда периодически попадают на их заказы. В общем, Сен-Микасай Коги известен в Японии тем, что производит очень качественные спортивные масла, ну, спортивные, приспортивленные масла. Вот четырехтактные масла для техники четырехтактной. В общем, больше известны по спортивным маслам, а по четырехтактам в Японии. Это масло у нас первое на Drive 2. Откладываем в сторонку. Участник Drive 2 номер 2, который мы подарим United Oil F1 Experience. Масло, которое делается в Сингапуре на одноименном заводе. Так, Владимир 6681. Владимир, надеюсь, вас зовут Владимир, вы получаете от нас вот такой прекрасный продукт. Это среднезольник PSP, причем 5W30. Делается в Сингапуре на одноименном заводе. Завод очень известный, тоже производит огромное количество продуктов разных, которые вы покупаете, даже не подозревая, что они там сделаны. Владимир, поздравляю, вы у нас участник номер 2, который на Drive 2 выиграл приз. Последний участник на сегодня на Drive 2. Так. Drive 2 готов. Мы Drive 2 оставшиеся листочки, объясняю ситуацию, оставшиеся листки, которые остались у нас после розыгрыша, мы откладываем в сторонку. И получается, у нас они будут участвовать все 15 января. Плюс к этому те же участники, которые у нас уже сейчас участвовали, если они будут проявлять активность, они будут тоже участвовать и могут еще раз выиграть призы, поэтому тоже не забывайте про это. Участвуйте и делайте репосты, делайте комментарии и так далее. Желательно, ребят, не делайте бессмысленные комментарии, типа «Окей, участвую», и вот такие вот простые комментарии, там трехбуквенные. Это вообще не вариант, на самом деле я, возможно, даже не буду их учитывать. Пишите какие-то осмысленные комментарии по теме. Там есть интересные видео, полезные, но реальные, как про заводы там разные и так далее. Комментируйте. Не нужно комментировать последнее видео, комментируйте то, что вам нравится на самом деле, потому что там есть реально много интересных вещей. Мы побывали на куче заводов разных, побывали там... заводов Китая, в Турции, побывали на заводе единственного в России, который делает ПАОМы, на заводе побывали единственного в России, который производит пакеты присадок. Куча заводов интересных, российских побывали мы, Танека побывали мы там и так далее. Пишите комментарии и пишите свое мнение про эти видео. Не надо писать комментарии, окей, участвую, ладно, все, окей, там, тогда. Такие комментарии я даже, наверное, учитывать не буду. Это не будет активно считаться. Пишите какие-то осмысленные вещи. Вот, потому что я столкнулся с тем, что люди просто там пишут там 40 комментариев, ок. Ну, это неправильно, так не надо делать. Вот этих людей... мы учитывать, наверное, не будем. Короче, это все укладываю я Drive 2 до 15 января. И сюда же мы добавим тех, кто уже участвовал, тех, кто уже победил. Потому что 15 января будет обнуляться этот розыгрыш. И будут заново участники выбираться. Так, что там следующее у нас? Давайте, наверное, ВК. На ВК мы тоже сегодня разыграем два масла. 2-4-литровых канистры масла, вернее. На ВК мы вчера тоже добавили где-то примерно человек 7 активных новых участников. Все участники с ВК полностью. Тут все, в том числе и вчерашние. Укладываем в коробку, коробка пустая. А разыгрываем мы Polymerium X Pro 2 GF6T, ПАО плюс эстеры плюс алкилированная нафталина. Счастливая рука. Так, Drive 2. Юрий Крунцберг. Юрий Крунцберг. Юрий, я поздравляю вас, вы выиграли у нас X Pro 2 5W30 с соответствием USAC GF6A,
с API-SP, с соответствиями ILSAC-G6 и PAO плюс STR плюс алкилирован нафталин. Это на самом деле одни из топ линейки Polymerium. Polymerium находится, напомню еще раз, в городе Курск. Это мой друг Сергей, владелец завода, мы с ним давно знакомы, встречаемся периодически в разных интересных местах, там бывает, пересекаемся. В общем, человек интересный, завод интересный, масло проверенное, уже очень много отзывов есть там на источниках, которые тематически, где обсуждение происходит, поэтому анализов куча и так далее. Поэтому читайте сами, изучайте. X-Pro 2 – это топовая линейка у Polymerium. Этот продукт подойдет, думаю, что многим автолюбителям. Юрий, поздравляю, вы у нас ВК, первый участник. Давайте сюда, наверное, отложим вас. Вот только чуть не упало, блин. Так. ВК первый пошел, ВК второй пошел. Счастливая рука. Так, Роман Фоминых. Сфокусируется. Фокусировка сегодня плохо работает. Роман Фоминых. Роман, поздравляю. Вы у нас выигрываете масло следующее по списку. Eagle 5W30. ILSAC GF5. PSN SN+. Почему не спишка? Почему не делают до сих пор спишку? Ну, потому что в Корее не очень востребована спишка. Там еще очень мало таких машин, которые требуют SP или ILSAC GF6. Посмотрите свой мануал. У вас... очень маловероятно, что прописано уже IPI-SP, либо IPI, либо ILSAC GF6, а у вас, скорее всего, либо SN-ка, либо там еще даже, может быть, GF4 у вас прописано в вашем автомобиле, поэтому думаю, что подойдет для 90% автолюбителей. Это самый продукт, продаваемый у нас среди Eagle бренда, наверное, в принципе, даже среди всех брендов наших, один из самых продаваемых. Продается просто в колоссальных количествах, бочковые продукты продаются, бочек у нас продаются... просто даже огромное количество этих игловских 5W30, поэтому все их люди уже начинают узнавать по России. Продукт делается на заводе CNLUB, завод находится в Южной Корее, мы на него поедем обязательно в следующем году, 100%. У меня видео с завода уже есть, коротенькое, там наши коллеги делали, и есть рекламное видео с этого завода, но мы поедем сами и посмотрим, как обычно, все вам покажем. Это будет в следующем году, гарантированно 100% мы уже туда смотаемся, посмотрим, как это все выглядит вблизи. Вот завод делает на базовых маслах, они работают и с SK, и с S-Oil работают с маслами базовыми, потому что они там близко находятся, скорее. Вот, и они работают с пакетным присадок Lubrizol, чаще всего Infinium, Papao 100, которые продукты. Вот, то есть присадки используют правильные, качественные, хорошие. Юрий, вы у нас второй и последний участник. О, Роман, извиняюсь, Роман Фоминых, вы у нас второй и последний участник на ВК. Поздравляю. Так, все. С ВК и Drive 2 мы разобрались. Сейчас у нас пошли тяжеловесы. Это YouTube и Zen. Следующее масло у нас, походу, это будет S6 Biobank. Напомню еще раз, что Biobank производится в Китае. На заводе на этом мы были. Компания 30 лет, она занимается химией в основной массе. Масла стала делать недавно. Сейчас они строят завод очень большой в Гуанчжоу. 40 миллионов долларов они вложили в завод. Ну, такой нормальный завод, я там был. И видео с этого завода тоже есть. Мы снимали стройку там колоссальных размеров стройка, прям капец. Были на заводе работающим, который находится в Гуанчжоу, который производит химию, карбочисты и так далее. Они карбочисты производят просто миллионными тиражами. Компания 30 лет. Компания очень серьезная. Они были спонсорами Олимпийских игр, Азиатских игр. Последние, которые проходили, это считаются игры более важные для Китая, чем даже Олимпийские игры. В общем, компания такая прям реально серьезная. В общем, и разыгрываем S6, это у нас идет SP-шка, ILSAC GF6. Ну, в принципе, этот продукт аналогичный по своим характеристикам, наверное, будет ближе, наверное, вот к United Oil F1 Experience. Они работают с базовыми маслами S-Oil и SK. S-Oil работают, базовые масла берут, ExxonMobil'овская берут PAO для некоторых продуктов. Используют CTL, что очень редко бывает в Китае. Это CTL, это базовое масло, сделанное из угля. Трендовая такая вещь, на самом деле, она близко по составу к GTL, по характеристикам, по свойствам, вернее, и GTL это Gas to Liquid, а CTL это масло базовое из угля сделанное. Технология грязная достаточно сама по себе, поэтому мало кто занимается ей в мире, но в Китае это сейчас тренд, там угля дофига. Поэтому они как бы там делают из него базовые масла.
Очень интересная тема, на самом деле, трендовая. Мы обсудим это обязательно более подробно, позже маленько. Так, итак, что у нас следующее? Давайте, наверное, дзен. На дзене мы... давайте уберем оставшиеся у нас листочки с ВК. Эти все люди, которые не победили сейчас, будут участвовать в розыгрыше у нас 15 января. И плюс к этому, еще раз напомним, мы добавим еще 5 канистр Лубригарда. Так вот, эти люди у нас ВК-шные складываются обратно. Все те, кто у нас сегодня на ВК выиграл, тоже могут участвовать. Проявляйте активность, и вы опять будете участвовать в следующем розыгрыше 15 числа. Это не возбраняется. Так, это ВК мы откладываем. Дзен. На дзене вчера добавилось не так много людей, там, по-моему, 4 человека, что ли, новых написали. Участвуйте, активничайте, блин, тема такая халява. Здесь все участники, укладываем их в коробку, как обычно. Перемешиваем, и еще раз напомню, разыграем мы S6 Biobank. Так, Роман Г. Роб, поздравляю, ты выиграл у нас Biobank S6 продукт, 4-литровый, сделанный в Китае на заводе одноименном Biobank. Попробуешь, свое мнение расскажешь, понравится, не понравится тебе, как зайдет, не зайдет. Куда мы положим-то его уже? Все тут занято, давайте сюда нам положим. Так, это у нас первый участник на дзене. Следующий на дзене у нас будет Verity ProSeed 5W30. Второй участник. Юрий Марченко. И, кстати... реально не специально, по-моему, у нас уже что-то побеждал где-то там, что-то у нас выигрывал, либо там, короче, где-то он уже участвовал, 100%. У нас вчера был Олег, который Триумф, Олег, он у нас уже раньше выигрывал, и вчера выиграл масло X-Pro 2, вот, а это Юрий Марченко, он тоже где-то у нас участвовал в чем-то, и тоже, по-моему, где-то что-то выиграл. Реально не специально, вот она коробка, вот я перемешиваю, вот все участники остальные, вот выпадают. Вот есть люди такие, которые счастливые, у которых удача там прям в руки идет сама. Вот такой человек, наверное, скорее всего. Юрий Марченко, значит, человек хороший. Юрий Марченко, я поздравляю вас, вы выиграли. У нас что выиграли? Выиграли у нас ProSeed 5W30. Не помню, что он выигрывал. Возможно, может, какую-то двадцатку вот мы разыгрывали как раз... Просида, может, насадку выиграл. Посмотрю, короче, не помню. Юрий, поздравляю вас. Вы у нас являетесь каким на дзене, получается, вторым участником на дзене. Или не вторым, подожди. Так, на дзене. Да, вторым участником на дзене. И у нас сейчас остался третий участник на дзене, который у нас выиграет F1 Experience 5W30. Ничего я не перепутал. Так, третий участник на дзене. Потом еще раз, два, три на ютубе. Все правильно, да? Так, дзен. Участник номер 3. Так, Николай Ник. Николай Ник. Я поздравляю вас, вы у нас получаете F1 Experience 5W30, это тоже у нас среднезольник, это тоже у нас спешка. Делается на одноименном заводе United Oil в Сингапуре. Продукт очень качественный, мы занимаемся им давно. Мы занимались им много-много лет назад, потом перерыв у нас некоторый был там технический. Сейчас занялись еще раз, и на завод, возможно, я попаду тоже, есть приглашение, ну вот не знаю, там Сингапур сейчас, блин, куча у меня поездок, посмотрим. В общем, Николай Ник, поздравляю, вы выигрываете у нас на дзене третий и завершающий у нас победитель дзене. F1 кому поедет. Так,
Все, с Дэном разобрались. Осталось у нас три банки разыграть на Ютубе. Это будет Polymerium X-Pro 2 5W30, это будет Газолин Премиум от Игл, и это будет S6, еще одна банка от Биобэнка. Это будем разыгрывать все на Ютубе сейчас. Так, это мы складываем отдельно. Эти участники будут участвовать у нас 15 числа, которые сегодня на Дзене не выиграли ничего. Так. Ну что, самый тяжеловес YouTube. На YouTube вчера добавилось человек примерно 10, которые вчера активничали. Напомню еще раз, ребят, огромная просьба. В активностях не пишите односложные предложения круто, окей, участвую и так далее. Я, наверное, даже учитывать их не буду, может быть, даже буду удалять. Потому что, ну, это не вариант. Надо писать осмысленные какие-то там комментарии. Вот пишите осмысленные комментарии, которые отражают ваше мнение по разным вопросам, которые мы там обсуждаем. Итак, YouTube здесь все. Полностью. Все, что было и что добавилось вчера, укладываем в коробку. И разыгрываем сейчас мы Polymerium X-Pro 2 5W30 с соответствием LSAC GF6A. Счастливая рука. Александр Доропей. Тоже знакомое имя. Тоже постоянный человек, по-моему, в обсуждениях участвует. И давно на меня подписан, уже больше, наверное, может, несколько лет уже подписан на меня. Так, Александр, не знаю, что-нибудь выигрывал, не выигрывал, не помню. Ну, короче, он давно уже там участвует в активностях. Polymerium получаешь ты от нас X-Pro 2 5W30 с соответствием IPSP, LSAC GF6A. Это пауэр стерео алкилированный нафталины. Несмотря на то, что сделан он в России, в городе Курск, продукт, ну, крут, на самом деле, реально. Продукт интересный. Это у нас первый участник на Ютубе. Мы откладываем в сторонку. Александр Доропей. Что-то он, по-моему, тоже у нас уже где-то участвовал. Следующую банку разыгрываем мы, вторую Газолин Премиум Игл. Продукт супер универсальный, Газолин Премиум Игл, который может подходить там к любым машинам, японским и корейским, и европейские даже у нас машины берут. Так. Сергей Комков. Сергей Комков. Сергей, я поздравляю, вы выиграли у нас Газолин Премиум Игл 5W30. В соответствии здесь у нас, что у нас есть, SN, KSN Plus, LSAC GF5. Самый ходовой и самый бестселлер продаж по Игл, который мы продаем там во все регионы России в колоссальных количествах. Сергей Комков, поздравляю, вы второй участник. Победитель у нас на Ютубе. И мы вас положим вот сюда. Последний участник на сегодня на Ютубе. Сильнее помешаю. Ой, левой рукой. Так. Алексей Каралкин. Алексей Каралкин. Алексей Каралкин, вы у нас получаете, соответственно, Biobank S6 5W30 IPSP LSAC GF6. Китайский продукт, который делается на заводе Biobank, на котором мы были в это вот сейчас, вот буквально ездили недавно, на завод в Гуанчжоу и в Шанхае. Мы тоже, наверное, побываем на заводе, возможно, в этом году, в следующем году, наверное, конечно, если время будет, потому что у меня в Китае есть поездки запланированы, но они не в ту сторону маленько. Так, усё, Алексей Каралкин, поздравляю, вы третий последний участник, победитель сегодняшний, с чем вас сердечно и поздравляю. Уже кончилось место. Сегодня 10 банок мы разыграли, осталось у нас на 15 число 1, 2, 3, 4, 5 банок разыграть, и еще мы добавим 15 числа, как я и обещал, Supreme Synthetic 5W30 Pro C3 среднезольник от бренда Lubrigard. P
производится, еще раз напомню, чтобы многие люди этого не знают, этот бренд вообще первый раз о нем слышат и так далее. Много скепсиса наверняка будет по этому поводу. Бренд производится в Китае, и он имеет официальные соответствия по API. Это очень важно, потому что сейчас этого не имеют многие производители в России. К сожалению, к огромному, потому что получить из России спецификацию API, спецификацию даже ASE и даже SAE невозможно, потому что для нас, к сожалению, эти структуры закрыли доступ к своим разрешительным, вернее, комиссиям. Мы не можем получить спецификации никак из России. К огромному сожалению, Албригард делается в Китае на заводе Сианон, на котором я был и вам этот завод показывал. Завод, на самом деле, вообще реально образцово-показательный. Вот кто еще не хочет верить до сих пор, можете посмотреть мое видео, там все показано, рассказано, там все, как это все выглядит физически. В Китае есть много разных, разноуровневых заводов. Есть заводы хорошие, есть заводы гаражные до сих пор еще. Их становится все меньше и меньше в Китае, потому что развивается конкуренция между самими производителями китайскими. Сейчас они работают больше на качество. У них очень много инноваций, на самом деле. Они молодцы, китайцы. В этом плане, конечно, нам у них учиться и учиться, нашим производителям. Вот, поэтому смотрите завода видео с этого. И, в принципе, думаю, что вы захочете этот бренд после этого купить. Еще раз. 15 января. Также разыгрываем среди всех участников и подписчиков моих на YouTube Дзен Драйв 2 и ВК, разыгрываем призы. На Дзене желательно, вернее, на Драйве 2, вернее, желательно делать репосты. Репосты делайте не произвольных материалов, всех подряд там и по 100 репостов делать. Нет, не надо так делать. Делайте репосты материалов, которые вам реально понравились, которые для вас оказались полезными. Таких материалов, надеюсь, для многих много нашлось. В частности, мы показали много заводов, показали много вещей, которые связаны там с отличием оригинала от подделки. У меня есть там гайды полноценные по моторным маслам. Есть много видео по распилам фильтров масляных. Мы пилили там в прошлом, позапрошлом году, пилили там 100 штук фильтров разных. Разбирали, смотрели, делали диагностику, там, тестирование и так далее. В общем, видео, которое вам понравилось, делайте репосты, в комментариях пишите осмысленные вещи, не пишите «да, окей» и «участвую», это не будет засчитываться никому. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru, подпишите, поставьте лайки, жмите колокольчики. С наступающим вас всех Новым годом, всем, кто участвовал, огромное человеческое спасибо за проявленную активность, за поддержки моих каналов. Я не гонюсь за подписчиками, вообще, в принципе, мне это так бы не столь важно, главное, чтобы люди получали интересную информацию. Мне это интересно делать самому. Почему я этим занимаюсь? Я не зарабатываю с этого денег вообще никаких. Я трачу только на каналы, на поездки, там, на всякие там все путешествия, все, что касается заводов и так далее, я делаю за свой счет. Я вообще ни с кого денег за это не беру. Поэтому люди многие удивляются, типа, там, нафига мне это нужно? Потому что мне это интересно. Я занимаюсь этими вещами, я продаю моторные масла, мне интересно смотреть, как это производится. До сих пор я еще не перегорел в этом плане, поэтому мне интересно ездить, смотреть, и я делаю это все за свой счет. Езжу, снимаю, это все бесплатно для заводов. Если у кого-то есть заводы, зовите, пожалуйста, там, если у кого-то есть там, куда позвать. Вот, поэтому приедем, поснимаем и покажем. Видео полезные на канале есть. Видео есть у нас на канале рекламное, потому что мы еще занимаемся продажей масел, и, конечно же, я делаю видео рекламные, в которых рассказываю про продукты, которые мы продаем. Это тоже нормально, абсолютно, но это не моя основная работа, это мое хобби. Вот, этим занимаюсь я для души, потому что мне это нравится. Поэтому я этим и занимаюсь. Надеюсь, что это я совмещаю полезное с приятным, потому что вот мы дарим кучу подарков. И людям, даже тем, которые с нами не работают, которые не покупают у нас масла, например, просто подписчики наши, да, которые смотрят наши материалы, мы дарим этим людям такие подарки прикольные. Мне кажется, подарки классные. Мы подарим, получается, за месяц, вот начиная с 25 и по 15 число, за месяц календарный подарим 30 банок масла моторного. Мне кажется, это так. Редко кто такие призы дарит, на самом деле. Участвуйте обязательно. Все участники побеждают. Все участники, кто реально хочет там сделать какой-то себе там приятный сюрприз и победить в конкурсе, он может осуществить эту мечту, потому что у нас это реально. У нас не гослотерея, у нас все нормально, все работает. Все честно и все четко, все понятно. В общем,
У нас еще много будет розыгрышей в следующем году. Я планирую обязательно развивать те бренды, которые мы занимаемся, и дарить по ним обязательно моторные масла многим людям. Это будет и Eagle, это будет и Verity, это будет и BioBank, обязательно и химия, и масла, это будет и Polymerium, это будет и Lubrigard, это будет и в любом случае и Verity, естественно, да, и United Oil, это будет, еще будут некоторые бренды наши, которыми мы занимаемся, и дарить подарки мы будем много. И дарить подарков в следующем году будем больше, возможно, чем даже в этом. Участвуйте, не забывайте подписаться. Все каналы мои в описании к этому видео есть, все 4 канала, подпишитесь, потому что участвовать в розыгрышах, участвовать там, в призы, побеждать и так далее могут только те люди, которые на меня подписаны. Это делается не для того, чтобы развивать платформу, а для того, чтобы просто люди получали...